Всем привет! Сегодня мы посмотрим постройки моего подписчика Козлис. Постройка это будет долго. Сейчас будет долго загружаться. Тут у нас есть бассейн, пляжная зона и также небольшой ларек, где можно купить там мороженое, напитки и так далее. Ну хорошо, продумано. Так, здесь можно полежать на лежачках. А что такого в этом, в этой воде есть? У меня как будто я клонируюсь так. Ну как будто второй я из воды создается. Опять что-то у всех с бассейнами. У всех что-то всегда с бассейнами. Понятно. А это что? Это лежачки, и тут тортик просто поставил. О, а это то же самое, да? Да, только может уже позагорать. Ну, здесь можно что-нибудь купить. Да, вот мороженое. Мороженое? А как у него купить? Да это просто декорация. Ладно, пошли дальше. А вон там дверь, она на механизме, да? Сюда можно какую-нибудь машинку загнать. Так, ладно, закрываем ворота. Пойдем дальше. Что здесь еще есть, расскажи. О. Вот гараж тоже на механизмах с поршнями. А вот это ну, что? Да, баскетбольное кольцо. Баскетбол играть можно? Ну нет, опять же, просто декорация. Здесь есть механизм, только я шлем, если двери. Ладно. А вот здесь механизм двери, да? Она и снизу вверх идет. Прикольно. Угу. Такую дверь еще никогда не видел. А на них типа спать, да, можно? А, нет, это сюда вещи надо ложить. Всякие там инструменты, все такое. Понятно. Но мы зайдем, наверное, с другой стороны. Во, вот это продуманная постройка. Вот здесь с двух сторон есть кнопка, а то иногда такие постройки, а там только в одной, в одном месте есть кнопка, а не в двух. Столько комнат, столько всего понастроено. Даже не знаю, с чего начнем. Кухонька. Ничего не готово. Понятно, кухня. Давай дальше. Тут у нас ванная, всего их в доме три. Три ванны в доме? Здесь типа шкафчик, здесь стиральная машина. А на чем она? На кнопочке, что ли? Да, о, тут все продумано. А я думал, тут сверху не будет жилая комната. О, стульчик хорошо додекорирован. Так, все хорошо проработано, никаких ошибок, багов нету. Ну, хорошая комната. Тут у нас гостиная. Такие большие стекла. А здесь что? Здесь у нас такая типа обычная комната, здесь ничего нет. А тут выход на задний двор с футбольным полем, мы его уже видели. Вот здесь мы еще две комнаты пропустили, вот эти. Это в гараж. А, вот. Это выход в гараж, а это выход на улицу просто. Лестница на второй этаж, ну пошли. Откуда начнем? Сейчас еще здесь поменьше. Здесь у нас есть такой маленький балкончик. А здесь у нас еще одна живая комната, только уже прям с ПК. Ну, тут тоже тот стульчик, еще компьютер. А это что за штучка? Телефон, что ли? Ну, не телефон, типа такая пометочка. Просто сделал, чтобы пусто не было. А, ну понятно. А вот здесь что? Еще да, одна ванна. Прям точно такая же. А здесь еще один проход. Тут у нас самая такая приятная, комфортная комната, к моему мнению. Тут есть также ПС-ка. Все запутано в этом доме. Куда идти? Заблудиться легко. Ну вот тут у нас выход, там просто в ванной комнате есть два входа. А. Эти двух комнат, общая типа. Понятно. Тут у нас еще находится одна ванная комната, только есть уже вместо душевой кабинки прям ванная. О, а в ней даже лежать можно? Я сейчас думал, нельзя будет. Хотя, думал, это будет как ошибка. Но можно. Опять двойной ух. Ну я воду сделаю из стекла, а у стекла выключу коллизию. Понятно, из чего вода состоит. И две стиральные машинки, наверное, наверху как раз будут все стирать. Тут у нас такая живая комната, тут еще одна. Ну здесь все то же самое, как и в первой, так что задерживаться не будем. Ну в принципе, да, там просто перестановка вещей, чтобы не было однотипно. Эта комната уже побольше. Это уже синенькая, это уже... О, хорошая просторная комната, я бы такой бы пожил. А, у нас там на улице кто-то ходит. Смотрите, кто-то с крыльями. Тут грабитель. Что будем делать? Прятаться. Прятаться? Тут еще одно место, где можно посмотреть. Ну, тоже телевизор. Спасибо, гостиной, только уже поменьше. Зачем прятаться? А, грабитель пришел, бежим. Зачем прятаться? У нас есть пистолеты. Ладно, это наш друг, наверное. О, здесь еще один бассейн, да? Мне кажется, это отсылка на Adopt Me, потому что там есть такой бассейн с четырьмя. Мы все комнаты, кажется, здесь посмотрели, да? Или нет? Ну, в принципе, да, это весь дом. Повыше нельзя уже залезть. Ладно, давай тогда выйдем из дома. Наверное, нам нужно назад.
в заднюю часть дома пойти. Вот в футбол уже можно прям поиграть. О, да, тут есть мячик, ворота. Вот тут уже один игрок у нас есть. Американец пришел с нами поиграть в футбол. А как гол забить? Знаешь, научиться можно прям хорошо поиграть. Гол! Я гол забил! Впервые в жизни в футболе я в гол забил. Может быть гол? Нет, мимо. Так, ну, какие-нибудь есть тут фишки в этом доме или секретки? В принципе, нет, просто декорация. Обычный дом, где можешь там, не знаю, РП отыграть. Обычный дом. Просто дом, в котором можно жить. Как-нибудь ты хочешь попрощаться? Да. Давай, как? Ну, удачи, всем пока. Ну да, всем удачи, всем пока. О, куда, Кар?